Воскресенье, 28 апреля. В принципе, такой тихенький день, да. В этот день желательно просто ничего особо не предпринимать, да. Еще самое важное и самое ценное само придет в вашу жизнь. Возможно, кто-то давно уже что-то хотел продать или купить. И случайным образом, да, найдет что-то очень ценное для себя. Но для этого не нужно прикладывать никаких усилий. Лежа на диване, как говорится, придет то, что вам нужно. Все мысли, которые содержит ваша, ну, голова, да, на этот день, в принципе, да, это мысли, которые не приведут ни к чему. Поэтому лучше помечтать, чем целенаправленно о чем-либо думать. То есть по здоровью, ну, как сказать, сильно не нагружайте свой животик. Ну, конечно, выходной, и хочется что-то, может быть, покушать вкусненькое, но не обязательно это делать. Сегодня очень хорошо было бы для людей почитать какую-то книжечку, да, немножечко самообразовываться, немножко повышать свой уровень знаний. Это был бы самый прекрасный момент и полезный для вас, и для Вселенной. На воскресенье так. Все.